трахаем. Терраса только для гостей. Месье, юная леди моя гостья. Чем ты занимаешься? Я компаньонка. Максим де Винтер. Его жена умерла в прошлом году, он отчаянно нуждается в компании. От месье де Винтера. Что ты делаешь? Увидишь. Это неделя. Хочу запомнить ее навсегда. Приезжай в Мандерли. Я прошу тебя выйти за меня, глупышка. Миссис де Винтер, разрешите вам представить миссис Денверс. Добро пожаловать в Мандерли. Впервые вижу такой дом. Простите, я думала, вы работали служанкой. У меня в этом нет опыта. Уверена, вы его не разочаруете, мадам, если вас это беспокоит. При жизни миссис де Винтер часто устраивали приемы. Поговори со мной о ней. У меня от тебя нет секретов. В каждом браке свои секреты. Макс говорил с тобой об этой аварии. Не понимаю, о чем ты. Как мне узнать, если ты не рассказываешь? Она все еще здесь. Чувствуете ее? Ты всю ночь ворочалась, Ребекка. Дурной сон? Она была любовью его жизни. Интересно, что она думает о вас? Вы забрали ее мужа. Носите ее имя. Она вас не любит. Я хочу слышать правду. Ты ее не знала. Никто не знал. Он не может и дальше жить в этом старом доме с ее призраком. Я не верю в призраков.